Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, какой мужчина идет к вам, ну и соответственно для чего. Ну, первое главное то, что я вижу, что вы ждете какого-то мужчину, чтобы он вернулся. Вот, но пока как бы неопределенность полная, да, две двойки, смотрите, жезлы и мечи, вот, поэтому не знаю пока, какой мужчина к вам идет. Но вы закрытая достаточно, да, то есть с одной стороны мудрая, хорошо стоящая на ногах, с другой стороны все-таки закрытая. И идет к вам, девочки, мужчина активный. Активный, целеустремленный, жизнерадостный, такой светленький, рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Активный, целеустремленный, жизнерадостный. Мужчина лидер. Мужчина, привыкший всего добиваться. Поэтому вот такой мужчина к вам идет. Достаточно любвеобильный, такой страстный мужчина. Вот. Но изначально вот он идет с таким легким... с легкими отношениями, да, то есть без каких-либо серьезных намерений, но вообще в целом, да, ну, потому что характер у него такой, страсть и легкость ему нужна, конечно, да, вот, но в целом по иерофанту я хочу сказать, что брак с ним возможен, очень даже возможен, да, и очень счастливый даже брак, девочки. Поэтому смотрите, а начинаться будут эти отношения как легкие, причем мужчина либо откуда-то приедет, либо вполне возможно, что мужчина иностранец или другой национальности будет. Вот. Но мужчина такой действительно страстный, быстрый, быстро будет развиваться ваш роман, так что принимайте мужчину, который идет к вам.